Ну да ничего, мы ко всему привычны. Главное — выполнить задание и поздравить как следует с Новым годом своего очередного клиента. А вот и полярная станция. Неприветливая на вид, она похожа на многоголового дракона. Ну что, здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз. Следующая неприятность обнаружилась сразу после прибытия на станцию. Никто не пришел встречать дорогого гостя. Никто не бросился на шею с криками «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!». Ко всем прочим неприятностям вдобавок ушла последняя электричка, которая должна была доставить до красного уголка нашего Деда Мороза. В этом красном уголке, наверное, уже наряжена шикарная елка, и здесь придется обойтись своими силами. Ну что ж, заодно из горки прокатимся. Ух! Вот мы и в станции. Сколько неприятностей я уже перечислил? Уже со счета сбился. Входная дверь на станцию плотно закрыта. Слава богу, я знаю, как ее открывать. И вам показываю этот секрет. Switch on. Снегурочка, с которой я постоянно держу связь, сообщает, что со мной хочет поговорить мой начальник. Он-то и сообщает мне последнюю неприятность и, пожалуй, главную неприятность моей жизни. Дело в том, что станция безжизненна, и ко мне навстречу никто не выйдет. Все обитатели убиты страшными космическими врагами. Слушай, Дед Мороз, говорит начальник, раз уж ты там находишься, разберись заодно с этими пришельцами. С меня причитается бутылка шампанского. А как я их узнаю, интересно, этих пришельцев? Эй! Привет, ребята! Вы не подскажете?